Урок экологии на свежем воздухе для славянской детворы провели сотрудники Славянского историко-краеведческого музея. Площадкой для занятий выбрали городской парк. Ребятам в игровой форме рассказали о правилах поведения на природе, познакомились с животными, занесенными в Красную книгу Краснодарского края, продемонстрировали гербарии из лекарственных растений. Подобные тематические занятия с детьми на свежем воздухе музейные работники проводят уже не в первый раз. В них могут принять участие все желающие.